Я выросла в южной части Кыргызстана. Для нас редко выпадает возможность увидеть башню Барана. Я была там всего один раз в жизни, когда мне было всего 5 лет. Мы были в гостях у родственников в Токмаке, и они предложили свозить нас, чтобы посмотреть на башню. Мы вместе поехали на машине. Когда мы добрались туда, я стояла перед ней и смотрела вверх. Казалось, что я едва могу увидеть ее верхушку. Сложно описать все чувства, которые прошли через меня. Я чувствовала себя очень маленькой. Передо мной была эта огромная штука, и это заставило меня осознать, насколько я крошечна. Нам всем не терпелось подняться вверх. Когда мы поднимались, я помню, как мои маленькие ножки так устали. Я подумала, кажется, эта лестница никогда не закончится. У нас с папой близкие отношения. Будучи маленькой, мне нравилось смотреть мультики с папой. Это было одним из моих любимых занятий. Так как я младшая дочь семьи, мой отец заботился обо мне больше всего. Даже сегодня он всегда спрашивает мое мнение и готов выполнить любую мою прихоть. Когда мы были примерно на полпути вверх по лестнице, мой отец наклонился, поднял меня на руки и пронес меня весь остаток пути. Когда мы дошли, солнце уже садилось. Небо было ярко-красным и оранжевым, и я могла чувствовать ветерок у своих щек. Мне казалось, что если я не буду осторожна, меня запросто может сдуть с края. Но я чувствовала себя сильной и свободной. Когда мои родители сказали нам, что пора идти вниз, я была расстроена. Я хотела еще долго-долго оставаться на крыше. Теперь, когда я выросла, эти воспоминания очень много значат для меня. Каждый раз, когда я скучаю по семье, каждый раз, когда мне нужны силы, чтобы двигаться вперед и быть оптимистом, я вспоминаю это особое умиротворяющее чувство свободы.